Может, взять башку хейтера? Она ж твердая, как бетон, как кирпич какой-то. И может просто хренакнуть по этому сейфу, и он сам откроется? Хотя не, мне кажется, хейтеры на такое не способны. Может, поддеть там где-то сбоку ножичком и... Не, какой ножичек? Вряд ли, если я даже ломом открыть его не могу. Может, с третьего этажа сбросить? Хотя третий этаж тут высота метров 4. Может, у бабки миниган попросить и расстрелять его? Хотя вряд ли там вот такая толщина железа, вряд ли... Ай, ладно, я не понимаю, как открыть этот сейф. Вот вообще не понимаю. Вот лучше бы подписчики мне советовали вот это. Как открыть сейф вот этот огроменный, а не то, что они там советуют. Хотя, на самом деле, в прошлой серии вы прям годное мне сказали. А что годное? То, что бабулька вот это наша! Скотина-то такая. Извините, конечно, за такие выражения, но в этой серии она действительно вот скотина. Когда мы продавали все шмотки, награбленные у богатой женщины, у меня там был огромный-огромный плазменный телевизор. И я даже забыл то, что он у меня был. А бабулька мне его не отдала. Как, дед музяка играет. Вот, бабулька мне его не отдала, а подписчики мне написали под предыдущей серией то, что бабулька забыла мне отдать. Бабуль! Собак, ты... Так, такими темпами у тебя слуховой аппарат треснет просто, если тут все орать-то так будет. Ты с ума сошла, бабуль? Я что-то ничего не понял. Бывают понятливые моменты, а вот это вообще непонятливые. Что это за херня? Милок, называй меня МС Абюлабаб. Кого? Абюлабаб? Что? Бабуль, мы с тобой со вчерашнего вечера не виделись, ты тут, я не знаю, ты тут аспиринчика перепила, у тебя вот эти... МС Абюлабаб. Какой ёб ты МС Абюлабаб, бабуль, ты с ума сошла? Господи, помилуй, подожди, это здесь кто-то вчера в твоем доме дурку открыл, я не знаю, приют для идиотов или нет, что происходит? Так, подожди, ты сидишь в ванне, здесь зонтик, где... Вылези, пожалуйста, успокой мою психику, успокой мои нервы, скажи, что про... Ля, вы только на нее посмотрите, золотые цепи какие-то, золотые часы, золотые зубы себе вставила, коронки. Это ж очки, а ну обернись, бабуль. Кто-то за хайпом начал следовать, вы только посмотрите, Гуччи она себе купила, да? Вот сейчас, бабуль, присядь, пожалуйста, присядь. Убери свой суп вот этот, убери. Суп убери, я сказал! Суп убери, вот так. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Откуда у тебя новый такой маленький телевизор взялся? Откуда у тебя супер-дупер ванна какая-то посередине комнаты? Опа! Диван новый вместо моей кровати, где я спал. Зонтик, Да внук приезжал, вот привез. Ага, да. И внук тебе золотые коронки привез, и золотые цепи, золотые часы, да. То есть ты хочешь сказать, собака ты такая на пенсии, да? То, что это твой внук привез, а не ты! Случайным образом в предыдущей серии не отдала мой огромный гигантский плазменный телевизор, а сейчас его походу куда-то толкнула тому же Ашотику, да? И вот за эти бабки, которые он тебе дал, ты вот напокупала вот эту всю хрень, м? Внук сына привез, вещи забрал, ничего я не крыла и не забирала. Внук сына? Подождите, сначала объясни, пожалуйста, что такое МС Абюлабаб? Что? Ты арабский учишь? Абюлабаб? Это я, МС Абюлабаб. Ой, все, это уже старческий маразм. Наоборот, прочитай, милок. МС Бабалюба. МС Карга, ты старая, какой МС Абюлабаб, ой, господи, пошли, у нас с тобой важные дела, пошли.
Ой, я забыл тут кое-что взять. Подожди. Ой, вот так. Ага. МС Абюлябаб, значит. МС старая воришка, которая у своего родного, ну, не родного, сводного внука, староты взяла плазменный телевизор, да? МС Абюлябаб. Нарываешься, милок? Почему? Почему я нарываюсь? Это не я как бы телевизор украл, а ты МС Абюлябаб украла телевизор. Так, бабуль, кстати, вот еще одна просьба. Шандарахни этот сейф машиной, проедьте по... Я просто не могу, честно, это как будто бабулька Фейса какого-то. Или я даже не... 50 Cent, это ты... Не... Не, да, задним ходом еще проедь, задним, еще один раз вперед, дай, сдай вперед еще раз. Мне кажется, даже если на него метеорит случайным образом шандарахнется из космоса, все, бабуль, хватит. Даже если метеорит шандарахнется, его ничего не сломает. Поехали к Ашотику, бабуль! К Ашотику, поехали! МС Абюлябаб. Что-то, мне кажется, немножко меня обманывает. Да, МС Абюлябаб. Сейчас мы у Ашотика и выясним. Толкала ли ты ему огромный плазменный телевизор? Или не толкала ты ему этот телевизор? Ничего не толкала. Сейчас, да, давай, бабуль. Слам пополам, брат! Дай тебе тоже. Короче, Ашотик, тут у нас такое дело. Я уверен на 150% то, что... Что нет? Я уверен на 150% то, что бабулька к тебе вчера приходила и толкнула тебе огромнейший плазменный телевизор. Этот телевизор был мой. Чтоб ты просто понимал, моя неродная бабка, сводная бабка меня же предала. Ничего я не толкала, я ему милок. Ашот, признайся, пожалуйста, ради целостности твоего вот этого зуба. А то сейчас и его можно случайным образом выбить. Я не знаю, что она тут делает. Да, хорошо, хорошо. Ашотик, я тебе даю примерно еще 30 секунд, чтобы твоя грузинская кровь выдала всю мне нужную информацию. Где ядрить тебя колотить мой телевизор? Ну, не мой телевизор той богатой... Не нужно лишнюю информацию разглашать. Нет тут ничего. Я не знаю. Пошли, милок. Вы сговорились, да? Мне кажется, Ашотик, она тебе немножко мани-мани отсыпала, да? Чтоб ты молчал, как партизан. Ашотик! Подумай о том, как тебе будет твоя семья говорить. Папа, дедушка. Ты прикинь, какие легенды о тебе будут на родине говорить. То, что ты нечестно бизнес ведешь, Ашотик, братик. Нечестный. МС Абюлябаб! Пройдемте сюда. Не туда, не в ту сторону. Да. Ашотик! Ты кого здесь пытаешься обмануть? Вот телевизор, который тебе бабулька толкнула в предыдущей серии. Вот предыдущая серия. Посмотри, если хочешь убедиться в том, что бабулька сраная предательница. Вот обязательно нужно ее посмотреть. Ашотик, я же всем расскажу. Ты понимаешь, то, что я Рафику твоему брату расскажу? Значит, признайся, то, что все же бабулька вот эта приходила к тебе и толкнула, да, тебе мой телевизор. Скажи, пожалуйста, вот самое интересное, учитывая то, что у нее там золотые цепи, вот это все, за сколько она тебе его толкнула? Просто скажи, пожалуйста, за сколько? Я надеюсь, эта сумма меня не шокирует. 15 тысяч. Шокирует! О, да, ой, да, кто-то начал делать вид, то что он здесь ни при чем, бабуль, 15 тысяч. Тоже внук сына привез, сына продал, телевизор отдал, подарил, да? Бабуль, на бочку гони бабки, которые тебе Ашотик дал. Нет их у меня. Разочаровала ты меня, бабулька. Я-то думал, я там слуховой аппарат Гуччи Хуючи купила. То есть за вот эти 15 тысяч, которые тебе дал Ашотик, ты себе Гуччи вот это фигуччи купила, слуховой аппарат новый прикупила, золотые цепи прикупила, золотые зубы вставила. Бабуль, ты меня очень сильно расстроила, прям очень. Я-то тебе доверял, ты реально как будто моя сводная бабулька. Вот как будто ты меня внуковила. А ты что думал, милок, я не узнаю? Что? Мне на ушко нашептали, что ты украл у меня пенсию. Тогда еще как когда? И кто это, Любоб, кто это ей на ушко нашептал?
Ой, эти предатели в комментариях. Я знаю, что там есть несколько людей, которых я всегда прошу. Там, пожалуйста, не говорите что-то Кате, пожалуйста, не говорите что-то бабульке. И они сразу в ту же секунду бегут и говорят бабульке и всем остальным мой секрет. Кто рассказал бабульке то, что я украл у нее пенсию в самом начале? Ну, бабуль, понимаешь, в тот момент, ну, так сложилось, я потерял все, и мне нужно как-то было выживать. И давай начнем и закончим тем, то, что 3 тысячи, не 15 тысяч. Гони 7500, и потом мы с тобой разберемся. Давай, давай, бабуль, давай, гони. Посмотреть на нее. Я... А почему 1000? 7500. Все, что есть. То есть я у тебя украл в самом начале 3 тысячи. А ты сейчас у меня украла 14 тысяч. А вот это прям равноценный, знаешь, такой обмен. Ладно, я найду того подписчика, который сливает всю информацию в комментах. Гучи-хуючи называется, да? Все, бабуль, давай, пошли. Милок, я пожрать хочу. Я тебя поздравляю, посмотри, сколько тебе здесь жрачки, это твой личный бизнес. Кушать не хочу, вот свекла, тут капуста. Давай, бабуль. Фигня. Я хочу жирное. Бабуль, какое жирное на старости лет? Тебе да фрукты кушать, да овощи кушать. Какое жирное, да таблетки кушать каждый день. Смачное, вкусное. Ну скажи, что ты хочешь, и мы туда поедем. Если твоя душа пенсионерская так этого желает, что-то жирное. Хочу бургер. Сейчас, подожди, на Google картах посмотрю, где у нас здесь ближайшая бургерная. Ну слушай, бабуль, как бы Жапосливка у нас город большой, да? Но здесь в одном городе у нас только один Макдак. И все. Вот пивнушка, кстати, есть вот там. Но я сомневаюсь, что в пивнушке может что-то быть наподобие бургера. Ну поехали, ладно. Садись. Я сам не знаю, когда я последний раз кушал бургер. Вот мои преданные подписчики знают, то, что я прям за здоровое питание. Я слежу за тем, то, чтобы у меня жопа не раскабанела, прям стала гигантских масштабов. Ну как бы не курю, не пью, дай бургеры ем раз в столетие. Я бы на самом деле сейчас бы сам его затащил. Бабуль, бабуль, а давай еще картошечки фри возьмем и соус терияки, кисло-сладкий и кепчук. Кепчук давай возьмем. Обожремся, потом опять лет 5 не буду бургер кушать. А тебе возьмем маленький чизбургер за 40 рублей. Тебе много нельзя, бабуль. Большой возьмем. Ага, конечно, бабуль, нельзя тебе большой. Скушаешь большой бургер, поджелудочная сразу же схватит. Ты не помнишь то, что она у тебя болеет? Поджелудочная схватит, сразу реанимация приедет. Нельзя тебе, бабуль. Не приедет. Ага, в прошлый раз ты тоже так говорила, не приедет, когда тебе одним вечером захотелось суши заказать. Вот мы и заказали. Суши приехали. Бабулька штук 30 этих сушин съела. Потом 3 дня в коме лежала. Рыба плохая. Ага, да. Или рыба плохая, или ты просто слишком много пережрала, бабуль. Все, давай, пошли, пошли, мы приехали. Макдональдс! Промокод на то, что ты любишь, бабуль. Любим Макдональдс? Нет, но жрать мы здесь с тобой прямо сейчас будем. Давай, заходи, бабуль. Раз в жизни можно и вот такое. Как говорится, бабуль, один раз не... Звездораз. Ну, звездораз это... Космонавт, типа, который на звезды смотрит, да. Ну ты понял. Ну давай садись, пошли, пошли, пошли. Давай быстренько, быстренько, быстренько. А, я не знаю, как здесь это все работает. Здесь официанты есть или здесь нужно прямо на кассу? Пошли на кассу, пошли на кассу. Ты посмотри, как не прибрано. Ёперный театр. Ты... Тарелки, бургеры всякие вонючие на земле валяются. Здравствуйте! Так, мне, пожалуйста, сырный Джо... А бабульке маккомбо выгода до 30%. Просто закажи маккомбо 179 рублей. Так, и мне, пожалуйста, еще роял чизбургер. Кетчук. Влажную салфетку. Хиппи... Может тебе хиппи мил, бабуль? Не? Хиппи хуил. Дай мне большой чизбургер. Бабуль, хватит выражаться уже вот так. Так, и большой чизбургер. Так, бабки, бабки. Ну сколько там, 500 рублей точно хватит? Оу! Молодой человек, примите, пожалуйста, заказ. Большой чизбургер, там сырный Джо, там хиппи хуил бабульки и вот это. Вы что, издеваетесь? Заказ примите, бургер дайте! Они здесь какие-то контуженные, я не могу понять. Они здесь бургерами надышались или жареной картошкой фри? Обкуришь! Иди сюда! Заказ при... Я чё... Позови менеджера! Позови менеджера, сейчас тебя к чертовой бабушке уволят оттуда. Я, подожди, ни одного кассира, ни одного официанта, да здесь даже посетителей нет в этом сраном Макдаке.
Вот смотрел на Google картах, не зря там оценка 1,5 звёздочка была. Да это задрыпанный какой-то. Менеджера позови! Чё, в смысле, чё мы здесь разорались? То есть менеджер так должен обращаться со своими клиентами? Мы пришли, ни одного кассира, никого нет. Никто не обслуживает, ничего никто не хочет делать. У нас даже заказ никто принять не хочет. Этот дебил стоит на своей кухне, башкой трясет туда-сюда. Как это называется, я не могу понять. Бабулька чизбургер хочет. Да потому что я всех уволил, работники неделями не приходили. Да какая нам разница, кого вы уволили, да какая нам разница, почему кассиров нет, да нам, грубо говоря, закройте уши, если дети меня смотрят, посрать? Вот реально? Мы пришли покушать, кого вы там уволили, нам вообще как-то без разницы, у вас посуда разбросана на полу, ну и пошли отсюда нахрен. Слушайте! Вы в этой своей жопосливке вообще берега просто попутали, да? Как я... Это что... вот так... Бабуль, пропиши ему вот это звездона одного. Пропиши ему звездона одного. Достань то... Да! Бургер дали нам быстро! Проваливайте! Ладно. Не спрячь, бабулька. Нет, не надо. Он не заслуживает твоего ножика. Пошли. Давай, выходи. Ну и жрите здесь в своем вот этом сраном Макдаке, вот сами свои эти бургеры. Чё стойте? Еще раз нас оскорбить хочешь? Да пошел ты знаешь куда! Не скажу, будет секретом. Давай, пошли, бабуль. Придурок-то какой. Ты только на него посмотри. Не хотите заработать 1500 рублей? Сразу бы хотим. А что понадобится? Может, чердак тебе проломить сломом? Так слушай, так это на раз, два, три, если за это ты нам еще 1500 рублей заплатишь. Просто поработайте тут. Я похож на человека, который хочет прямо сейчас в Макдаке работать. Ты видишь то, что на мне балаклава? Один день. Прошу вас. Работников нет, бизнес идет по одному месту. Слушай, ну ладно, давай, 1500 рублей как бы на дороге тоже не валяются. Так, давай, только деньги вперед. Так, хорошо, что от меня требуется? Бабулька, ты иди посиди, что от меня требуется? Я не умею готовить ни чизбургеры, ни бургеры, форма в подсобке. Ага, ну хорошо, я тогда хотя бы мусор уберу, который вот здесь у вас валяется. 1500 рублей, ну или не мусор уберу, или кое-что другое уберу. Так, ну все тогда, хорошо, менеджер. Ну, да, я сейчас немножко поработаю. Давай. Ага, форма в подсобке. Ага, молодец-то какой. О, ага, проходи, бабуль, проходи. Вот признайся, ты куришь на работе? Ты сильно контуженный, честно. Ты прям всех боишься. Тут бабулька, ты смотри, он в углу прям заныкался. Так, форма в подсоб. Что? Да, хорошо. Угу. Ага. Ой, баба, как я тебе, бабуль? Как я тебе? Сейчас подождите, я тут трусы тоже поменяю. Просто, да. Подождите, здесь 2000 рублей и сейф. И сейф открытый. Так, менеджер, походу, вообще прям в самое безысходное положение впал, если он рандомного, случайного человека с улицы нанял на работу на один день. У него реально тогда бизнес идет по одному месту. Бабуль, иди сюда. Короче, твоя задача, бабуль, мне нужно буквально 2 минуты. Твоя задача отвлечь вот эту чупакабру кухонную. Короче, выведи его куда-то на задний двор, соблазни. Самое лучшее средство девушек, девушки красивые, как бы прекрасная половина этого земного шара, соблазни как-то его, чтобы вы с ним вышли на улицу. Давай, бабуль, у меня времени нет, менеджер может вернуться в любой момент. Милок, не хочешь под мою юбку посмотреть? Не, бабуль. Хочешь? Ой, ты смотри, куда залез. Давай, бабулька молодая, женщина в расцвете сил. Бабуль, переходим к плану Б, прям заставь его посмотреть под юбку. Да, вот так.
Давай, 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 давай. Бабулька ищет себе жениха, дед уже давно умер, а бабулька как бы помирать одна не хочет. Давай, 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 давай. Так. Ёперсетет. Свободная касса, свободная касса. Уже 3000 рублей. Так, у меня есть буквально 2 минуты. 2 минуты, чтобы это все. Так, 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 что я могу сделать? Этот дебил реально думал, что я сейчас буду здесь продавать это все. Так нафиг его! Это я свистну, это я свистну. Так, еще ножики не нужны, блендер мне нужен. Вот это тоже мне нужно. Холодос, холодос. Ёпер. Фу! Сайте свои бургеры сами себе. Кока-колу возьму, кока-колу потом толкну. Так, еще один бургер. Вот это. Быстро. Ага. О, сколько здесь картошки фри. Менеджер реально думал, что я здесь буду работать. Ага, конечно, в Макдаке. Так, здесь у нас сейф. В сейфе. Быстро. Это все забираем. Что здесь у нас есть? И здесь еще бабки видел. И здесь еще 2000. И здесь... Так я только что в этом Макдаке уже 1006 коммунизил. Так, бабульки для бизнеса. Возьмем немножко яблочек. Возьмем еще вот эти яблочки. И возьмем еще капусту. Вот так. Ага, ага. Ну, вроде все. Больше здесь ничего такого ценного нет, кстати. Ага, газировочку. Бабуль! Сейчас еще вот это мы свистнем. Так, тут у меня вопрос такой возник. У вас здесь все нормально, голубки? Все нормально проживаете? Бабуль, тут у меня такой вопрос возник. Тебе не нужна случайно витрина вот эта там с тортиками для бизнеса твоего? Нужно? Угу. Ну, развлекайтесь, молодожены. Бабулька прям заигрывает, прям вот бабульке лет 80, прям в расцвете сил. Так, вот это для бабульки я шандарахну, часы я тоже шандарахну. Вот жалко, лампочек нет, вот обожаю лампочки, а лампочек нет. Зажрались, поставили себе вот эти сенсорные всякие светильники. Бабуль! Пора. Шандарахни его! Тихо. Сейчас пускай этот свалит, чтобы он ничего не спалил, то, что мы это все здесь ограбили. Бабуль, как он тебе понравился? Менеджер зашел. Да быстро! Бежим! Ага. Кого? Чи? Что? Мать вашу, ограбили. Бабуль! Опа, бабуль, садись в свою тарантайку, пока он на улицу не вышел, садись в свою тарантайку, я сажусь. Так, как эта хрень вообще работает? Бабуль, погнали к тебе на хату, 6 тысяч заработали, быстро! Я только что грабанул Макдак на 6 кусков, да еще и квадроцикл, а жизнь-то налаживается, а? Ля какой красавелла просто!